Hello, с вами Антикэп, и сейчас я вам расскажу о фильме «Скорость. Автобус 657». По сюжету все довольно просто. Нам рассказывают о не совсем удачном ограблении, которое закончилось угоном автобуса вместе с пассажирами. Стоит упомянуть об актерах. Здесь каст довольно внушительный. Старикан Роберт Де Ниро в роли владельца казино, прямо дежавю. Дэйв Батиста, забыть которого просто невозможно. Ну и сам Джеффри Дин Морган, который блистал во всяких проектах, но в «Ходячих мертвецах» так блеснул, что аж взорвал пуканы. Кстати, зацени обзорчик на 6-й сезон. Сюжет на первый взгляд кажется весьма обычным, но на самом деле это не так. Приятно радует неожиданный поворот и отличная концовка. Здесь очень красиво показано, что дорога в ад услана благими намерениями. Некоторые герои, конечно, совершают глупые поступки. Например, героиня Джины Карана почему-то таранит машины, которыми перед автобусом перегородили дорогу. Хотя сам автобус намного тяжелее обычной машины и сам бы легко раскидал эти тачки. А ее последствия могли подвергнуть всех риску. Также ляп бросился в глаза, снова связанный с Джиной Карана. Она осталась позади, потому что ее машина разбилась. Автобус поехал вперед, и так он весь фильм продолжал ехать в одном направлении. Но потом оказывается, что Джина снова приезжает к ним, но уже спереди. Но это все не критично. Фильм смотрится неожиданно свежо. Такой интересный легкий боевичок, которых не так много в наше время. По совокупности факторов можно смело рекомендовать его к просмотру. Получился твердый среднячок со своими интересными элементами. С вами был Антикэп, не забывайте про подписочку, лайки, комментарии, вступайте в группу в социальных сетях, а также просматривайте другие мои видео. Спасибо за внимание, увидимся!